31 января в Сосновом Бору состоялся первый этап массовой зимней гонки «Конаковская лыжня 2019». Спортивное мероприятие стало отборочным для ежегодных всероссийских соревнований «Лыжня России». На дистанцию вышло более 100 школьников нашего города и района. О ходе прохождения спортивного праздника расскажем в нашем сюжете. Бег на лыжах – один из самых любимых зимних видов спорта у конаковцев. Каждый год в лыжне принимают участие профессиональные спортсмены, любители и школьники района. С самого утра в Бору уже было людно. Юные атлеты разминались и готовили свои снаряжения к гонкам. Настало время торжественного открытия соревнований. На мероприятии присутствовали представители района и городской власти, которые пожелали спортсменам оптимизма, здоровья и новых ярких побед. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сегодня хорошая погода для того, чтобы действительно достичь каких-то результатов. Всем желаю легкого дыхания, прямой лыжни и чтобы у врача не было работы. С праздником! Надеюсь, что вам понравится в Бору. Все очень хорошо, чисто. И лыжня, насколько я знаю, Александра Валерьевна уже накатана, наверное, да? Так что действительно это праздник. Действительно это хорошая погода, замечательные участники. И пусть победит сильнейший. Мы надеемся, что все у вас получится. С праздником вас! Стоит отметить, что в первом этапе соревнований приняли участие не все возрастные группы, а только школьники. Всего было 6 возрастных групп, начиная с начальных классов, заканчивая юношами и девушками, которые обучаются в СУЗах и ВУЗах. Несмотря на юный возраст и разную спортивную подготовку, ребята продемонстрировали наличие активной жизненной позиции и силы духа. Для каждой возрастной группы была организована своя дистанция. Конаковская лыжня является муниципальным этапом всероссийского праздника «Лыжня России-2019». Начиная с 9 февраля в 73 регионах страны пройдет массовая гонка «Лыжня России», в ходе которой на старт выйдут порядка 500 тысяч спортсменов. На территории Верхневолжья региональный этап пройдет с 5 по 8 февраля в Твери, в котором примут участие и конаковские спортсмены.